ближе подошли, этих гадов раскатали. Вы быстро не едьте. Я, короче, на советском мотоцикле, на обычном. Ой, советский, да, еще даже прикурить. Быстро не едьте. Ну или там где-нибудь подождите, я подъеду. Где они? Пацаны. Пацаны-то в закате. Короче, газ заклинил. Да я понял, нет, что ты бежал за ним. Не, я хотел его обогнать, но не получилось. Надо заклинить, он бросил. Нет, он бежал до последнего. Только сегодня я сделал поворотники. И новый замок, да? Ну, а замки не ломаются. Как не ломаются? Да так, как? Вот так. Хороший замок. Класс. Даже подножка загнулась, да? Да ничего не загнулось. Ничего не загнулось. Что загнулось? Ну вот, уже выпрямилось. Четко. А вот жимок не поломался. А этот была резиночка, нет? Какая? На жимке. На резиночке для слабаков.
мы привычны к натуральному сексу, без резиночек. А не зря ты поворотник перекрутил в другое место. Не зря, а. Так бы уже ему кирдык был. Ну, уже б давно кирдык-то был. Хорошо ты, Ирак, пришел. Доехали до этого, трамплина попрыгать. Поехали. Поехали туда. Поломался мотоцикл. Вот это не надо спрашивать меня, что у меня случилось. Потому что обычно, когда у кого-то случается, спрашивают у другого человека. Просто заглох. Заглох. Так надо знать причину. Нет. Нет. Не в этом дело. Это непонятная причина. Ты мотнул, я пошел. Ну, пошел. Третьего мотнул и поехал. Ты пятый съедет. Это ты куда третий съедет? Обжегся. Он не снимался, да? Послушай, не заглох. Всем пока. Поломалось что-то.
это плохой контакт. Все, нормалек, сел. Поехали. Волчьими тропами едем. У кого у него? Что вы? У него стоп горит вон почему-то. Или это свет? Я подскажу, что он падает. Он жмет на передний тормоз. Он упирается, он не заваливает. Он нормальный мотоциклист. Он знает, что тормозить надо передним тормозом. Тебе? А когда он? Ну сейчас на тебя? Да, он упал прямо на меня. Нехуй его жопу подпирать. У тебя поворотник работает. И стоп горит. Горит, работает. Вызывайте комиссаров. Ну что вы как дети, поехали. Сейчас, ну давай, он соберется мысли. Куда? Поехали. Мысли. А что у него стоп горит? У меня лягушка что-то подклинила. Он когда нажимает, он наоборот. Что ты, Маша? Что ты там нюхаешь его? На что? Сними ты этот голову, выкинь его. Реально там так работает, четко. Нет, такой мопед, я бы ему так бы дал просраться.